В эти минуты на месте пожара в психоневрологическом диспансере в Тульской области работают следователи. Там погибли два пациента. В медучреждении в городе Белеве загорелась одна из палат. Дым стал быстро распространяться. В здании в тот момент находились 315 человек. К приезду пожарных их уже выводили на улицу. По предварительной версии, трагедия произошла из-за того, что кто-то неудачно закурил. Обнаружены два тела погибших мужчин. Площадь возгорания составила 2 метра квадратных. Предположительно, причина пожара устанавливается, но происходило тление постельных принадлежностей. Дознаватели работают, задействованы 3 автоцистерны.